Михаил Каледа не успевает раздавать автографы. Он получил бронзу в одиночном катании среди мужчин. Начал с досадного падения на самом старте, но не сдался и провернул идеально четверной тулуп. Говорит, перед соревнованием старался не читать новости о решении МОК, чтобы не сбиться с заданного темпа. Когда человек приезжает на международные соревнования, все прекрасно знают, из какой он страны. Безусловно, дух патриотизма присутствует в каждом спортсмене. И это его как-то внутренне стимулирует или подбадривает. Немножечко пытались выбить российских спортсменов из своей колеи, но ребята себя показали очень достойно.